будет главным. Что мы сейчас заходим внутрь Королевского двора. Он такой открытого типа. Вот. Единственное, они там, когда этот маленький парадик делают, они делают такую загородочку, чтобы туристы не кидались на шею любимцам своим. Гвардейцам? Да, да. А то вдруг будут приставать там еще целоваться, фотографироваться, то есть мешать процессу. Те, которые представители из гей-парада, что ли? Вот обязательно. А каждый год они делают гей-парад свой здесь. Ничего. Да? Да. Но у них он в виде такого культурного, развлекательного мероприятия. Их там никто не кидает без яйцами. Да? Да, без полицейских. Ну, так, ну, стебается, развлекается, ну и бог с вами. То есть там не осматривают все это подрыв Конституции и не тащат полицейских в черных касках, чтобы никого не пускали. А вот, направо. Мы так кругом обходим и заходим внутрь. Там, правда, ничего такого выдающегося нет. Ну как, ну, Королевский дворец и дворец. Ну просто дворец и дворец. Такой. Такой фундаментальный. То есть, когда ты посмотришь, ты понимаешь, что такое Королевский дворец. Понимаешь, что наш Рижский замок это, ну как бы сказать, ну резиденция. Несерьезно, да? Несерьезная. Несерьезная. А Королевский замок это не был Королевский замок, это была резиденция этого. Сейчас еще и после пожара. Епископа Рижского. Это же. То есть после столицы приезжали на ночлег, да? Это дом епископа. Дом епископа? Да. Который основал Ригу. А-а-а. И все. Вот кажется. Это музей. Вроде музей, да. Но мы ни разу не ходили, потому что как погуляешь, еще мы еще не обошли старую улочку. Там она будет чуть-чуть дальше. Там еще куча товаров и цен. Все, пока все это посмотришь. Денег не взял. Ах, да, деньги. Деньги. Банкомат. Деньги там были в самом начале улочки. Там был банкомат. Попробуем еще раз. Может быть, меня все-таки признают своим. Типа, достает, может, вам больше подходит, что там снимает. Нет, типа, я швед. Швед, я ваш. А то это будет, конечно, обидно, если моя СЭБ. Ну да. Он так и не отремонтировал? Не, а уже на год прошел. Какой год это? Когда мы еще в 10-м году еще, тогда еще был. Был. Нет, а больше все-таки было. Тоже они как-то интересно поступают. Не могут свой замок отремонтировать. Нет, ну вот, ты заметил, что золото они подновили это. Ну, это так странно, очень странно. Неожиданно они. Это неожиданно тянется, как Виктор заметил, слишком долго уже тянется. Народ перестал им платить налог. А музей? А музейные доходы? Как-то так. Ну, так и есть. Слот вот это дворец, Кукунг, это Королевский. Да. Кстати, у меня эта парочка, которая обнимается, напоминает кинотеатр Рига. Splendid Palace теперь называется. Там тоже парочка. Кинотеатр, да. Как Рига, конечно, больше, наверное, нигде нет. Это действительно не, богатство. Хороший, да. Богатство. Ну, можно там собираться, торжествовать. Правда, я уже давно там не была. Последний раз не помню когда. Вообще-то было бы очень даже интересно туда. О, шагают. О, о. Ух. А что, казаки, что ли?
шапках белых. И у них еще зима считается? Ну да, конечно, февраль. Зимняя форма. О, еще идут. Ой. Да. Лучше уйти с дороги. Дайте дорогу. Так может у них как пойдет полчаса и смена развода. Караула. Как раз попали мы. Еще в шапках, я ни разу не видел в шапках. С автоматами. Да, вперед. Молодцы. Красиво как. Гвардия. Какие вы казаки. Логично, логично. Если есть местечко. Я не понимаю. Мобилку какую-то дал рацию. Чтобы вызвать подмогу, если что случится. Да, мало ли, на всякий случай. Ну, типа мистер Бин. Да. Психически не уравновешен. Да. Может, а. Вот там неделю посидит.